В Праге состоялось первенство Европы по шахматам среди юношей. В нем принял участие алтайский шахматист Алексей Сорокин. Он стал бронзовым призером турнира «Старого света». Барнаулец выступал в турнире юношей не старше 16 лет. После 5 туров у Алексея Сорокина был 100% результат – 5 очков. Затем он сыграл в ничью с будущим победителем турнира Тимуром Фахрутдиновым из Екатеринбурга. А в 7-м туре в ничью завершил поединок с шахматистом из Армении Арамом Акобяном. Но в заключительном поединке барнаулец проиграл израильскому шахматисту. Отметим, до конца года Алексею Сорокину предстоит сыграть еще в одном крупном турнире. В ноябре он выступит на юношеском первенстве мира, которая пройдет в Ханты-Мансийске.